Увековечили имена героев войны в поселке Жетыген Алматинской области. На мемориальной стене выгравированы имена 360 человек, которые в 40-х годах отправились на фронт с этих мест. Но для того, чтобы была не потеряна фамилия каждого героя, потребовалась масштабная поисковая работа. Теперь жители Жетыгенского сельского округа будут знать поименно всех своих земляков, подаривших нынешнему поколению мир и благополучие. Часть этих героев так и не вернулась с войны, а некоторые и вовсе пропали без вести. Это была страшная война, и мы знаем, какой ценой досталась победа, и будем всегда помнить имена героев. Чтобы увековечить имена всех, кто уходил отсюда на фронт, понадобилось несколько лет кропотливой работы. Данные приходилось запрашивать из архива Министерства обороны России. Материалы собирали по крупицам, даже сумели разыскать родственников погибших героев. Сейчас рядом со мной стоят его правнуки. Мы приехали почтить его память, возложили цветы. Память всем воинам, не только своим отцам, всем воинам, кто принимал участие в этой большой тяжелой войне. Эстафету подхватили и ученики 35-й средней школы поселка Жаңаарна Жетыгенского сельского округа. Там появился свой уголок памяти участников Великой Отечественной с именами и экспонатами героической эпохи. Оскар Сергалиев, Гани Бекенов из Алматинской области.